сумел настроить должным образом нашего соотечественника. Мурканат Райс, его соперник из Черногории. Весовая категория до 75 килограммов. Первый раунд. Пока осторожничает Мурканат. Я думаю, будет пытаться прощупывать своего соперника джебом, его закидывать. Но справедливости ради замечу, что и Савкович тоже довольно осторожный. Замахивается Максимович в Черногории, и пока держится Райс и пытается, скажем так, читать действия своего соперника, чтобы того подловить, когда найдет уязвимые места у своего оппонента. Прессингует Райс. И делает так, чтобы его соперник занервничал. У Райса правая неплохая. Если достанет, то не просто придется Савковичу замахиваться. Казахстанец, нужно здесь внимательнее работать, чтобы не пропустить его. Черногорца, как видим, тут очень быстро умеет перестраиваться, поэтому нужно бить в оба. И тогда будет шанс на победу. Клинч. Снова прессинг от Райса. Ждет, выжидает подходящего момента, чтобы нанести удары. Джеб. И тут же правой пробует достать. Добавляет к своей атаке. И самое главное, быстро проводить эти удары. Настолько быстро, чтобы у Ставковича не было аргументов и чтобы тот не смог ответить. Когда нужно, Райс отходит на безопасное расстояние. Хорошо пробует достать. Райс посади и уже после гонга пытался пробить Савкович. В этом плане не совсем чисто боксирует наш соперник, поэтому нужно работать чище. Но Райс держится, сохраняет хладнокровие. Да, нашему боксеру отдают преимущество четверо судей. Посмотрите, как боксировал Райс. Начало положено. Теперь главное сохранять хладнокровие и работать в таком же темпе, чтобы был шанс одержать победу. Ну и Савкович попробует перестроиться по ходу поединка, чтобы иметь возможность выиграть у своего соперника. Вообще, уровень развития бокса в Казахстане на таком уровне, что в каждой весовой категории есть по несколько боксеров, которые способны зацепиться за медаль на таком крупном турнире. Да. Сборная понесла потерю в лице Абелихана Аманкула, но зато есть Нурканат Раис, который, как я уже говорил ранее, себя и на чемпионате Казахстана здорово проявил и, конечно же, попал в поле зрения тренерского штаба. Проходил сборы, набрался опыта, работая бок о бок
с опытными коллегами, скажем так. И теперь он сам готов к тому, чтобы представлять страну на хорошем, на достойном уровне. Конечно, весит до 75 килограммов, есть признанные фавориты. Не все, конечно, приехали, но есть боксеры, которые намного опытнее Нурканата, но тот факт, что он темная лошадка в своем весе, это дает ему шансы. Это является, наверное, плюсом для Нурканата. И снова прессинг нашего соотечественника. Ох, неплохо попал. Нужно продолжать в том же темпе. Попытаться агрессивнее действовать. Попадать, метить в голову. Пробовать достать, попасть по корпусу. Кровь пошла у нашего соперника. Учитывая, что несколько раз, неоднократно Нурканат Райс доставал своего противника, как результат, точные удары они застали врасплох Стефана Савковича, и он теряется в практических ситуациях. Я думаю, Райс будет продолжать наращивать свое преимущество по ходу поединка, тем более, что есть еще около минуты во втором раунде, и он будет пробовать снова доставать, снова пробивать, попадать в голову. И снова прессинг и нагитает обстановку на ринге казахстанский боксер. Снова атака, снова точное попадание. Савкович пропускает и пропускает еще. И кровь продолжает идти у черногорского бойца. Ринби, раунд номер 2. 30 секунд. Можно еще попробовать. Поработать, достать. Пока нечем Савковичу ответить нашему боксеру. И он раз за разом пропускает. Вообще не может проявить тактическую гибкость. Не может перестроиться. Не может поработать первым номером. Не может ничем удивить казахстанца. И, конечно, Нурканат Райс очень выгодно смотрится на фоне своего соперника. Имеет хорошие шансы на успех. Снова оказывают медицинскую помощь Савковичу. Пропустил он, конечно, несколько раз. И третий раунд впереди. Я зачем Нурханат Раис дәл осы екі раунд барысында ешқандай бір қиыншылық көрген жоқ. Әне барлық бес төреші дәл осы екінші раундта Нурханат жеңпаз деп танып отыр. Әне үшінші раундта оқыс ештеңе болып қалмаса, онда Нурханат өзінің заңды жеңісіне қол жеткізеді деген сөз. Бірақ қалай дегенмен бұл орта салмақтың жігіттері, ұмытпаңыздар. Сондықтан бұларда жылдамдық та бар, ауыр соққы да бар. Уақыттан бұрын аяқтап тастау әбден мүмкін. Нурханат Райс. Савкович Стефан. Үшінші раунд. Дәл осы жекпе-жек барысында бір ғана тактика ұстанды. Байқасаңыз, Нурганат міне осы джебтермен қарсыласын сол жаққа қимылдатады, яғни өзінің оң қолының астына апарады. Савкович кейбір сәттерде өзі де түсінбей жатқан сияқты, қарсыласының оң жақ қолының астына бара жатқан, және міне көрдіңіздер ме, көздеп тұрып дәл тигізе алды бұл соққыны. Иә, шынымен де Нурганат қалай дегенмен бұл боксшыдан спортшы ретінде бір бас жоғары екенін көрсетіп отыр. Екі минуттай уақыт қалды раундтың аяқталуына. Тағы джебтерді көп қолданады деп үміттенеміз. Алдын қолмен, сол қолмен
Жепті қоса бастағанда барлық орнына келет бірде. Кереме. Тағы да. Не көріңіздер ме? Әрдайым қарсыласының қасында төніп тұрады. Араға шықты. Қатты үзіп алысқа кетіп жатпайды. Нұрғанат. Сондай бір жақсы қасиеті бар екен. Кез келген сәтте қарсыласының сондай бір жақын араға шықтан табылып жатыр. Және дәл осындай эпизодтарда Нұрғанаттың шеберлігін байқап қалуға болады Савковичпен салыстырғанда. Әрине, Черногория бұл Европаның ішінде де бокс деңгейі жоғары мемлекетте келмейді. Тағы да джеп. Жекпе-жектің аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Бұл раундта да Райс бізді қуантып отыр. Менің түсінбегенім бірінші раундта бір төреші Савковичті жеңіпаз деп таныған екен. Бұл шынымен де таңғаларлық жай. Жалғастыра беру керек. Тіпті соққы жасамай ақ қысым көрсете алатын көрсете отыр қазір. Нұрғанат Райс. Раундтың соңына қарай ашық ұрысқа да дайын екенін көрсетіп отыр. Міне қазір Савкович өзі алға ұмтылды. Әйтеуір жекпе-жек бітіп жатыр ғой, әйтеуір ұтылып жатырмын ғой. Тәукерге бел буып алға ұмтылып көрейін деген шығар. Осымен бесінші жұпта жекпе-жекті аяқтады. Ал біз төрешілердің шешімін күтетін боламыз. Және алдын ала құттықтап қоюға да болатын шығар. Бес төрешінің барлығы бұл раундты Савковичқа бергеннің өзінде де Нұрғанат Райс еш қиындықсыз жеңіске жетуі керек. Міне осылайша екі күннің қорытындысы бойынша төрт өнер көрсеткен төрт боксшымыздың барлығы алғашқы айналымнан сүрінбей өтті. From the Republic of Kazakhstan, Нұрғанат Райс. Нұрғанат Райс келесі айналымға жолдама отыр. Жалпы дәл осы Райстың жеребесін алатын болсақ,